Большое спасибо, всем большое спасибо. Привет! Всем привет! Спасибо! Всем спасибо, большое спасибо! Спасибо! Большое вам спасибо, добро пожаловать и с Рождеством! И сегодня в нашем шоу, в котором есть вон та елка и больше ничего праздничного, я еду на Бугатти Широне по Сан-Тропе. И в Альпах. И по улицам Турина. Но начнем мы с Джеймса Мэя, который прокатился на хэтчбеке Kia. Он покатался по лучшим уголкам Европы на Бугатти, а тебе достался Kia. Заткнись, Хаммонд. Насколько ты помнишь, на Kia должен был проехаться ты, но не смог, потому что не умеешь проходить повороты без аварии. Ах, да. Да. Так ты его заменил? Да. А он сказал спасибо? Вообще-то нет. Вот эгоист. Надо было поблагодарить. Я сломал ногу. Только не начинай. Мы только и слышим. Я сломал ногу, я сломал ногу. Это не важно, поскольку Kia, на которой должен был проехаться Хаммонд, оказалась не такой скучной, как могло показаться. И я сейчас вам объясню. Чтобы все объяснить, я приехал сюда, на солнечный Балеарский остров Мальорка, где мы обнаруживаем вот это. Первую попытку Kia создать скорее спортивный, чем практичный седан. Он даже носит крутое имя. Его назвали «Стингер». Взгляните. Этот небольшой брелок отпирает и запирает автомобиль. И, как видите, это кнопка запуска ракеты. «Стингер». Кроме ключа от истребителя, у «Стингера» есть и другие фишки, которые порадуют вас. Например, мощность. Его битурбированный V6 объемом 3,3 литра вырабатывает 365 лошадиных сил. Не настолько жгучий, как Виндалу BMW M3. По жгучести напоминает скорее Мадрас, допустим, Audi S4. Специально для американцев сообщаю, что пользуюсь индексом автокарри, очень популярным в Британии. Если вы предпочитаете цифры, то разгон до сотни составляет около 5 секунд, а максимальная скорость 270 км в час. Повторюсь, он не так быстр, как BMW M3, но, возможно, ему хватит скорости, чтобы сбежать от одной из ненадежных ракет Ким Чен Ына. Есть еще кое-какие спортивные фишки. Здесь установлена 8-скоростная полуавтоматическая коробка, управляемая подрулевыми лепестками. И самое главное, требование спортивного седана — задний привод. Оснащение очень богатое. Я перечислю лишь несколько пунктов. Аудиосистема с 15 колонками, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновений, система контроля за вниманием водителя. Для меня это очень важно. И за все это просят около 40 тысяч фунтов, что на 5 тысяч меньше, чем стоят равнозначные Jaguar или Audi. Но не обращайте внимания на не столь уж бюджетный ценник. Главная задача Стингера — доказать, что в Kia умеют создавать спортивные седаны. И чтобы выяснить, удалось ли им это, нужно заняться чем-нибудь спортивным. Поэтому я здесь. На этой дороге. На сложном 5-километровом участке шоссе, извивающемуся по холмам Мальорки.